Конкуренция в нашей жизни. Конкуренция окружает нас буквально во всем. С момента своего рождения каждый человек, чем бы ему ни пришлось заняться в будущем, начинает соперничать с другими людьми. Но именно это соперничество и есть основа цивилизации, так как всегда двигало человечество вперед. Поэтому очень важно, чтобы конкуренция была честной, и только тогда она будет по-прежнему нести обществу пользу. Со временем стало понятно, что эта область должна контролироваться, дабы появилась возможность устранить все негативные элементы конкуренции во всех сферах повседневной жизни. В России этим занимается Федеральная антимонопольная служба, осуществляющая функцию по принятию нормативно-правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. Однако конкуренция бывает добросовестной и недобросовестной. В наши дни человек нередко сталкивается с недобросовестной конкуренцией и даже не понимает, что был когда-то обманут или ущемлен в своих правах. Поэтому как же защитить себя от нездоровой конкуренции? Благодаря ФАС постоянно устраняются нарушения в различных сферах общества. ФАС успешно реализует свою антимонопольную службу и уже как 15 лет на страже добросовестной конкуренции.